Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Инди-хоррор» мы посмотрим игру «The Briefcase», то есть «Чемодан». Игрушка вышла на момент моего отъезда, поэтому смотрим мы ее сейчас, то есть наверстываем. Судя по запросам, игра вышла крайне неплохая, она, соответственно, маленькая, создана на FPS Creator, но, тем не менее, очень атмосферная и, надо сказать, блин, я соскучился по таким играм, я думаю, вы тоже. Так, как нам двигаться? Управление через WSAD, спринтовать через Shift, через Ctrl мы приседаем, а Enter использовать. Ну, мог бы, конечно, на кнопку E там или на кнопку F поставить. Не очень это удобно, по-моему. Не знаю, посмотрим. Охота побояться. Найди чемоданчик и выбирайся. Окей. Так, мы находимся где-то. Мы находимся на заднем дворе какого-то здания. И надо сказать, для инди-игрушки это все выглядит достаточно неплохо. Почему-то мне это напомнило графика своей второй Condemned. Так, ну открывать Enter, да? Отлично. Как тихо. Что это? Складские помещения или что? Хорошо. Кто-нибудь видит чемоданчик? Я пока что не вижу ничего. Надеюсь, здесь нет скримеров, потому что я сейчас очень расслаблен. Только пришел с улицы, у нас прекрасная погода. Хотя, знаете, я хочу скримеров. Так, закрыто. Не поддается. Ой, ненавижу такие места. У меня ненависть к таким местам со времен первого эфира. Помните, как там эти коробки падали? И появлялось всякое нехорошее. Так, ну здесь чемоданчик искать, это как иголку в стоге сена, да? Пока что я ничего не вижу. Давайте пробираться как-то. Со второго этажа, вон там я вижу, если подняться, мы сможем попасть вон в ту дверку. Блин, а здесь настоящий коридор, то есть лабиринт, можно запутаться. Так, сюда я не пойду, очевидно. Не люблю такие узкие проемы. Электрокар. Эта дверь наверняка не откроется, да? Хорошо. Лады, лежит какая-то бумага. Может, она из нашего брифкейса. Ух ты. Ключик. Отлично. Кто это там был? Видели, да? Мужик! Мужик, выходи! У меня пистолет! Я за себя не отвечаю. Ну, допустим, ладно. Наверху дверь я успел краем глаза заметить, она заколоченная. Есть еще дверь вон там. Но я думал, тут вот на входе то, что у нас было заперто, она откроется сейчас с помощью ключа. Ребята, что-то как-то начало уже стремновато быть. Я отвык от хорроров. Ну, вы знаете, я в них долго не играл. Да и вы отвыкли. Ой, сейчас самое подходящее время для хоррора. У меня темно. За окном идет снег. Супер. Пакер. Что-то я уже не хочу сюда заходить. Что это мы подобрали? Ключ-карту какую-то? Сигарета. Сигарета, надо сказать, такая, что с нее убиться можно. Просто такой заряд никотина даст в кровь, что все, сразу хач. Ладно. Ты просто упал, был не закреплен, ничего страшного. Куда же нам может пригодиться этот непонятный ключ-карты или что?
Давайте уже поднимемся на второй этаж, потому что на первом здесь я себя чувствую неуютно. Я бы даже сказал, срачно. Мне уже мерещится. Вот эта тень мне показалась, что там кто-то стоит. Так, ну эту дверь мы сможем расколотить, наверное, с помощью какого-нибудь ломика. А вон там дверь у нас, собственно, с приемником для ключ-карты. Отлично. Интересно, стамина у нас кончается, нет? Ой, не надо таких звуков. Игра, надо сказать, как-то сразу так погружает, дарит такие неприятные эмоции. Так, я с той стороны пройду, нет? Вроде бы, казалось бы, ничего не происходит, но вот эта вот давящая атмосфера, она присутствует. Все-таки кто бы что ни говорил, а вот такие небольшие инди-хорроры, они вызывают наибольшее количество оттока кирпичей из организма. Если вы понимаете, о чем я. Потому что в больших играх вас полчаса готовят, 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 потом пугают. Блин, что я несу вообще? Я просто хочу найти брифкейс. Супер. Так, у нас две комнаты. Там мигающий свет, а тут все прекрасно. Значит, мы пойдем сюда, конечно же. Отлично. Назад пути нет. Ой, вентиляция. Обожаю вентиляцию. Давайте посмотрим, что у нас там. Я не хочу сюда идти, честное слово. Я не знаю, я уже в таком состоянии, что готов бежать, как маленькая плаксливая девочка. Бриф. Брифкейс. Отлично. Так, хорошо, ладно. Да. Ладно. Все нормально. Просто... Бля. Так, пацаны, надо бежать. И девушки. Давайте. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, валим, валим, валим. Валим. Валим, ребята. Да так валим, что пятки должны сверкать. Закрыто. Открывайся, мать твою, за ногу. Ой, нехорошо. Так, нам на выход. Давайте просто... Просто уходить. Кто ломился-то? Он выломал дверь. Кто бы это ни был. Я ничего не хочу. Бегом. Ой, валю. Ой, ой, до свидания. С вами хорошо, без вас лучше. Нет. Ушел. Ушел. Блин, ну, если это все, то мне хватило этого на один кирпич. Это, по-моему, было прекрасно. Ну, что я могу сказать? Хорошая игра. Коротенькая, но, как вы видите, блин, дает, да, маленько так почувствовать себя не в своей тарелке. В принципе, вот именно по таким вещам я соскучился. Спасибо, что посоветовали. Увидимся в других инди-хоррорах. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.